Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор, и у меня на канале давно не было LPS. В принципе, это последнее, что у меня осталось из запасов, но кто знает, может быть, я сейчас открою, и что-то как раз появится новое. Было бы здорово. Ну а сегодня мы с вами будем говорить о маленьких пэтах, которые находятся в блистерах. Этих пэтов я нашла в детском мире, причем недорого, где-то там рублей по 50. Я уже не помню, поскольку потом, по-моему, они вообще по 9 продавались. Вроде бы собрала всех, все 5 упаковок. И это самые простые пэты с очень примитивной раскраской. Но раз уж я решила собирать, я их тоже решила купить, тем более было недорого. Ну и большой набор Lucky Pets, в котором должно попасться 4 питомца. Сколько я знаю, там 3 больших и 1 маленький. Ну, с вами вместе проверим. Lucky Pets мы уже открывали в лампах. Теперь откроем такой вот набор с кубиками. На этих наборах есть коды, но, к сожалению, комбинации бесконечное множество. И можно выбрать удачный, как бы, комбинации, но без повторок их собрать нельзя. Давайте начнем с мелких. Я к этим пэтам подбрала более-менее похожих из своей коллекции, но идеально похожий вроде бы только один. Давайте проверять. Здесь у нас логотип Little's Pet Shop. Вот здесь вот маленькие пэтики нарисован. Здесь у нас мишка. И с обратной стороны выглядит вот так вот эта упаковка. Просто блистер. 2019 год написано, что была выпущена. И давайте откроем. Тут я думаю, что все просто. Я попробую сохранить один из блистеров, самый немятый, но это явно не от мишки. О, да, вряд ли у меня это получится. Давайте доставать пэта. Такой формы у меня еще его не было. У него также крутится голова, как и положено пэтам этого размера. Есть логотип LPS на затылке. Нету, как у Lucky Pets, каких-то обозначений. И есть вот такая вот маркировочка. Снизу есть отверстие, так что чисто теоретически можно соорудить для них подставочки. Мишка очень миленький, жалко, что так скучно раскрашен, но на самом деле LPS бывают в многообразных раскрасках, вот эти, наверное, самые простенькие, поэтому не были популярными. Больше всего я хотела бы найти, конечно, космических, ну, каких-то еще, но космических точно бы хотела себе отыскать. В общем, вот такой вот первый пэт мишка с ресничками и с зелеными глазками. Такой формы питомца у меня еще не было. Следующий барашек, и вот как раз таки барашек у меня точно есть, и я почти уверена на 100%, что он абсолютно такой же формы. Сейчас вытащим и, конечно же, сравним. Здесь очень хороший блистер, и вот его очень, конечно же, жалко рвать, может быть. Ух ты, судьба ко мне благосклонна, и, по-моему, он практически вообще не надрываясь отрывается. Ура! Я его вытащила, и упаковка вообще не порвалась. Я потом блистер сниму, а картоночку себе оставлю одну. Вот такой вот маленький барашек. Он лежит, хвостик у него, ушки. С обратной стороны логотип LPS. Ну, точно так же и точно так же поворачивается голова. Давайте сравним его с моим барашком. Как раз таки из ламп. И он должен быть точно такой же формы. Носик у него, видите, не прокрашен. Конечно, носик. Это как почти глаза не нарисовали. Смотрится странно. Ну и прическу ему не прокрасили. В остальном все то же самое. Ну и поскольку это Lucky Pets, здесь у нас нарисован листик. На всех Lucky Pets есть дополнительное обозначение. Как на маленьких, так и на больших. В общем, теперь у меня точно есть два братика-барашка. Они разного цвета, но одинаковые формы. Следующий заяц. Заяц у меня есть, но форма у него другая, обязательно сравним. Никаких интересных обозначений, но 2018 год, разве что написано Hasbro. Давайте достанем. Этот заяц уже достается намного тяжелее, да. Здесь придется порвать блистер уже. Вытаскиваем. Зайчик фиолетового цвета, у него также прорисованы только глазки. Все у него тоже поворачивается, потому что бывают пэты, у которых не поворачивается голова, но это в основном какие-то сложные формы, типа осьминогов, потому что там сложно что-то сделать. Ну и давайте сравним с тем, который у меня есть, и вы поймете, что они разной формы. Я пока их не сравнила, думала, что одинаковые, но нет. Вот видите, и форма ушей у них разная, и форма челки разная, и лапы, и шерстка. Все очень сильно отличается. Кстати, этот заяц уже не Lucky Pets, а из переносок. Мы их тоже с вами открывали на канале. Ссылочки на все обзоры по пэтам оставлю в описании, либо вы можете зайти в плейлист. Осталось еще два. И самый необычный, мне кажется, лебедь. Давайте мы его достанем. Птиц у меня, кстати, уже было много, но лебедя еще не было. Так, а вкрутится ли у него голова? Да, голова крутится.
Здорово. Вот такой вот. Очень большая голова, маленькое тельце и крылышки. Такой глазастый. Жалко, что клювика мы, конечно, не прокрасили. Есть логотип LPS. И вот номерок и отверстие. Забавный. Надеюсь, он будет хорошо стоять. Потому что у меня есть павлин, который совсем неустойчивый. Да, с лебедем все хорошо. Ну и остался последний. Это котик. И котик у меня под сомнением. Вроде бы у меня есть такая форма, но вроде бы и не такая. Сейчас будем сравнивать. Посмотрим на него поближе. Хвостик крючком, фиолетовые глазки. Вот так выглядят с обратной стороны в сидячей позе. Поворачиваем голову и давайте сравнивать, похож мой котик или нет. Они действительно похожи, но форма у них все-таки разная, потому что если вы посмотрите, тут нет молдированной челки, здесь она есть, но зато тут он веселее прокрашен. Давайте посмотрим на тело. Лапки у них тоже поставлены в зеркальной позе, так скажем, то есть тело одинаковое, но как этот правую лапку выдвинул, а этот левую лапку выдвинул. Ну и, конечно же, отсутствие прокраски внутренней части ушей смотрится грустно. Это тоже не Lucky Pets, это из переносок. И, в принципе, они могут дружить и вот так вот сплетаться хвостиками. И вот здесь у нас получится сердечко. Мяу! Этот комплект пэтов мы распаковали. Тут, в принципе, все и так было видно, не так интересно, поэтому я решила их открыть вместе с сюрпризным Lucky Pet'ом. И все-таки интересно, кто нам сегодня попадется, попадутся ли блестящие фигурки, потому что, я так поняла, они тут тоже есть. Начнем, конечно же, с изучения коробочки и что у нас здесь предлагается. В этой коробочке 10 сюрпризов, ну, в том числе и кубики, как вы понимаете. Также тут есть вот такие вот брелоки, которые прилагаются к каждому пэту. И есть еще игра. Здесь вот два кубика и вот здесь вот инструкция, что эти кубики означают. Конечно же, покидаем в конце. Я так понимаю, что в этих вот четырех отделениях у нас находятся пэты, а здесь находятся брелочки. Все это сделано компанией Hasbro 4+. С обратной стороны нарисованы все пэты, которые могут попасться. Я так понимаю, что вот это вот маленькие и вот этот маленький. Но это не точно, потому что по картинке очень сложно понять. Нарисованы брелочки, видите, рядом с каждым. Мне очень нравится улитка. Кто мне еще нравится? Ну, кошечки, собачки, самое скучное. Слоник классный. Лягушка мне нравится. Ну, и из маленьких, кто же мне нравится? Наверное, черепашка. Вот такой я себе загадываю результат. Инструкция по игре находится внутри. И я думаю, что будем распаковывать. Давайте снимем блистер. А еще я хотела сказать, что это третья волна. И номер моей коробочки 13. Коды у них есть, но, как я и сказала, их очень много, намного больше, чем питомцев, и они там перемешаны. Начинаем вскрывать. Я разрезаю пленочку. Так, надеюсь, никто не пострадает. Коробочку я такую нашла в Окее, и стоила она 600-900 рублей, достаточно дорого, поэтому купила только одну. Ну да ладно, жалко, что к нам уже их не завозят. Давайте начнем, наверное, вот с этого вот окошка. Как бы тут поддеть. Ага. Вот так вот поддеваем. И здесь у нас как раз-таки чек-лист и пакетики. Пока поставим. Вот здесь вот пакетик с брелочками. Здесь, скорее всего, инструкция, как обычно, Hasbro кладет, чтобы никакие мелкие детали не попали в рот детям. Да, здесь нет ничего интересного. И давайте посмотрим на чек-лист. Здесь типичная пирамидка и, собственно, обозначение, вот эти вот циферки и значки. Как гадать? На русском, я так понимаю, здесь нет инструкции. Так, а если на английском? Вот, на английском. Мы выбираем цвет и кидаем два кубика. Один обозначает у нас вот эту колонку, а второй вот эту колонку. Но вы можете, в принципе, сами перевести. Короче, смысл такой. Вот здесь вот начало фразы, которую вы выбираете. Например, я хочу найти там новый аутфит утром, или после школы, или вместе с семьей, или следующей осенью очень скоро. Что-то блестящее, что-то розовое, что-то вкусное, книжку и тиару. В общем, суть такая. Давайте посмотрим еще раз на чек-лист. Вот здесь у нас, как обычно, супер редкие, ультра лаки, супер лаки. И в самом низу просто обычные лаки, самые частые. И сколько же тут мелких? Раз, два, три и четыре. Наверное, четыре мелких, остальные все будут полноразмерные. Давайте вскрывать пакетик. Интересно, будут ли они как-то являться подсказкой тому, что нам попадется. Так, здесь есть перфекционер.
перфорация. И что нам попадается? Вот такой вот карабинчик с надписью LPS. На него можно собирать брелочки. И дальше брелочки с бантиком на фиолетовом карабине. Дальше с бантиком желтый, тот был голубой. И желтый, кстати, с блестками. Потом перышко и еще один бантик. То есть у нас три бантика и одно перышко. Как-то неразнообразно, скажем так. Я собрала все брелочки на карабин, и таким образом их легко хранить и не потерять. Кубики мы достанем потом, а сейчас давайте открывать следующее окошко. Надеюсь, здесь будет уже пэт. И надеюсь, он будет большой, да. Это большой пэт, прикольно. Давайте смотреть, кто нам попадется. Интересно. Ой, нам попалась птичка, и она еще и с болтающейся головой. Слушайте, по-моему, последние... А, нет, тоже были, да, с болтающейся головой. Классно. Она так бежит куда-то, как будто бы. И такой у нее хвост. Это точно птичка? Может быть, это не птичка, а какой-то... Ну, голова точно птичья, а хвост как у бобра. И смотрите, здесь есть блестящая деталька. Ну, то есть, это перышко, оно здесь блестящее. И оно не на затылке, а на лбу нарисовано. И клювик. Вот здесь вот логотип LPS, номер и прокрашенные ножки, кстати, и отверстие. Такая классная, мне нравится, хорошенькая. Такой формы птички у меня еще нет, и вообще даже похожей формы нету. Поэтому прикольно, отправляется обязательно в мою коллекцию. Ну, я думаю, что тут вообще повторов у меня не будет, поэтому все отправятся в мою коллекцию. Продолжаем, открываем следующую ячейку. Здесь у нас еще один пакетик, и здесь у нас уже маленький пэт попадается. Как раз таки хотелось бы, чтобы он был блестящий, потому что блестящих у меня еще ни разу не было. Ать, достаем, и ой, нам попался бычок. Прикольный. Смотрите, как он блестит. У меня еще не было блестящих ни больших, ни маленьких пэтов. Конечно, блестки с него будут осыпаться. И вот логотип, в отличие от ламп, здесь он на спине. У лампы он был бы вот здесь вот на затылке. Прикольно. И волосы прокрашены, и рога, и бантик нарисован. Хорошенький бычок. Я рада, что не котик. И такой формы у меня тоже не было еще пэта. Он такой кареглазый, очень классный. Третьего пэта сейчас будем доставать. Давайте с этой стороны достанем. Тут уже точно большой. Ну и третий тоже большой будет. Точнее, четвертый. Так. Угу. Что-то такое непонятное. Ой, кошечка нам попалась. Голубая. Такой вот тоже прической. Такой формы кошки у меня тоже нет. У нее тоже болтается голова. Логотип LPS. А где у нее... А, вот здесь у нее нарисован бантик. Это как раз тоже логотип Lucky Pets. Он тоже блестящий. Глазки у нее, к сожалению, не блестящие. Просто такие вот мятно-зеленые. И она... Идет, в принципе, да, она стоящая, да, как раньше, вроде как было модно, стоячка или сидячая, вот она стоячая, но там совсем были другие молды, а еще я знаю, что есть коллекционеры, которые собирают только кошечек, например, или только собачек. Я пока всех собираю, но много их не собираю, потому что они уже не производятся и не продаются. В общем, пока у нас птичка, кошечка и бычок. Кстати, я сейчас посмотрела чек-лист и поняла, что и птичка, и кошечка нам попались из серии Super Lucky. То есть не из самой частой, а из средней категории. Ну и последний пэт. Интересно, попадется кто-нибудь из тех, кого я загадала, из тех, кого бы я очень хотела. Пока мне не везет. Открываем последний пакетик. И здесь у нас заяц. Внезапно. Нам попадается кролик. В общем, никого из тех, кого я хотела больше всего, мне не попались. Ну и ладно. Хорошо, что это первая коробочка, которую я открываю, и тут нет повторок. Так, значит, у него тут логотип. На шее у него прокрашенном розовым, челочка, и на челочке тоже бантик. Получается у нас раз, два, а тут тоже у нас бантик. Да. Получается, как бы подсказка в том, что три бантика у нас попалось, как три брелочка, и одно перышко. Чисто теоретически можно было, наверное, посмотреть это и на коробке. Ой, какие у нее мягкие уши, прям резиновые. С внутренней стороны они не прокрашены, ну и голова у него тоже болтается. Вот такой вот последний Lucky Pets нам сегодня попался. Все четыре пэта, которых мы вытащили, заяц, кстати, из самой частой категории, убираем. На них мы посмотрим в конце. А сейчас мы будем разбираться с кубиками. Для этого надо достать блистер.
вот такой вот, он смешной. Наверное, можно его использовать как-то для рукоделия. Нет, наверное, не очень удобно. Так, и вот такой вот лоточек с кубиками. Кубика здесь два, на одном цифра, на другом обозначение. Так, и вот такой вот у нас, кстати, неплохой фон остается внутри. Коробочка симпатичная, я ее сохраню. Ну, одну точно. Берем чек-лист, выбираем цвет. Будет выбирать дочка, какой цвет ты выбираешь? Розовый. Так, мы выбираем розовый цвет, а теперь кидаем кости. Кидай сразу две. Так. Косточка. Косточка и цифра 6, да? Не, вот. Не знаю. Цифра 6. А может это 9? Ну там, наверное, нет 9. Там только 6 граней. 6 и косточка. Косточка. Давайте смотреть, что это значит. Косточка значит что-то блестящее, а цифра 6 очень скоро. Ты найдешь что-то блестящее очень скоро. Так, я сейчас переведу правильно начало фразы. Итак, первое, как я и прочитала уже вначале, вы можете найти, потом вы могли бы найти. И третье, вы можете поделиться. То есть дочка может поделиться чем-то блестящим совсем скоро. Надеюсь, с мамой. Вот так вот. Ну, я давайте тоже кину. Например, я выберу желтый цвет. И что у нас получается? Один и кристалл. Один кристалл. Один кристалл, да. Цифра 10 получилась. Кристалл у нас означает tasty treat, какую-то вкусняшку. И цифра 1 утром. О, супер, я утром найду что-нибудь вкусное в холодильнике. Ура! Ничего удивительного. Поиграли? Давайте теперь поставим всех питомцев и подведем итоги. Вот что мы с вами сегодня открыли и нашли. Это 3 больших пэта, одного маленького блестящего, ну и 5 несюрпризных, которых я тоже выложила в детском мире. Напишите обязательно в комментариях, кто вам больше всего понравилось. Дочка немножко расставила их по цветам, но, к сожалению, котенок нас подвел. Был не желтым, а голубым. А вот зайчик, в принципе, под розовый сойдет. Было бы лучше, чтобы слоник попался, но ничего страшного. Какой вам пэт больше всего понравился? Мне, наверное, понравился больше всего птичка и бычок. А тебе что больше всего понравилось? Мне больше всего понравился лебедь и кролик. Тоже отличный выбор. Лебедь не необычный, очень интересная форма. Ну а зайчик тебе, наверное, из-за цвета понравился. Да. Хотя я думала, ты выберешь котика. Внизу у нас также лежат кубики и брелочки. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. По LPS пока больше не обещаю, но очень хочу снимать. Так что, если есть какие-то наводки, обязательно пишите в комментариях. Если вам понравился этот ролик, то, конечно же, поддерживайте меня лайками, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ссылки на все мои социальные сети, на которые тоже надо подписаться, в описании. И до новых встреч. Всем пока.